Демонстрация входа в систему на базе UAPS через логин и пароль для начала. Вводим форму авторизации данные, заходим. Так, теперь мы сможем убедиться в том, что мы вошли, загрузив специальную страницу. Нашему пользователю присвоен идентификатор 17, все, и теперь мы в системе, и система может решить, какие права доступа нам предоставить. Теперь войдем в систему без ввода логина и пароля через провайдера OAuth, в нашем случае Яндекс. Так, мы загрузили специальную страницу, сейчас мы запрашиваем разрешение. Вот мы получили страницу запроса. Также мы предварительно открыли страницу для мониторинга авторизации и для мониторинга приложений, обращающихся к нашему к нам за подтверждением. Подтверждаем доступ. Все. Мы переадресуемся на специальную страницу, в которой пользователю предоставляется информация о прохождении авторизации. Как мы видим, мы опять зашли под пользователем, но уже через OAuth метод авторизации. Теперь обновляем авторизацию, и количество авторизации у нас увеличилось. Смотрим на приложение, и в списке приложений появилось наше приложение. Таким образом, можно осуществлять мониторинг с прохождения авторизации на ресурсах сторонних с помощью Яндекса. В нашем случае Яндекс. Япс. Так, теперь можно нажать на главную страницу, чтобы вернуться к первоначальному состоянию. Благодарю всем за просмотр.